Итак, приветствую всех смотрящих и, собственно, продолжаем. Что мы успели продолжить вчера. Хотя немножко коротенький стрим. Ничего страшного. Так, одну секунду. Так, окей. Погнали. Навстречу приключениям. На свою пятую точку. Так, насколько я помню, тут у нас... Да. Марис, ладно, пускай с нами походит. Потому что почу ли я на босса буду качать, а Марису все-таки надо как-то нянчить. Потому что в плане магии элементов оно хуже, чем почулька. Она наносит довольно средненький урон. Ему получила силу себе. Зачем Марисе 6 импредит? Она все равно бьет. В основном. Лайтовыми атаками. А, мне не хватает, я поэтому и дал, да. Лазер скилл игнорирует рефлект. А, это магический барьер. Лазер и пересечит. Магии вообще не вижу смысла, и хотя у нее есть магический барьер, что неплохо. Как раз она. Нифиг пролисованный психопил.
умеет так юрить. Что у нее сак юрить? А, я ей дал плюс 60, кстати. Ну-ка. Лайфстил мне не нужен. Таргет Дарк. Хаяк юрить. Ведь мой бед, кстати. Походу дело физика. Кстати, урон там. Иду, конечно, вкачать вот это вот последний. Юрить. А, тут плюс 10 всего. На самом деле мало дает. 20 с копейкой. Больше ты ничего не дашь, только МДФ. Хотя 40 атаки, я думаю, лучше. С другой стороны, да. Она тогда будет у экспертов мазать. Там я, по-моему, наверх так пошел. Тут где-то проход вниз должен быть. Из-за того, что я там не все обследовал, а тупо наверх вышел, но хотя да. Да, по-моему, я тут вот наверх вышел. Надо было вниз идти. Такси. Странно. Написано физика. А, Дарк, потому что все понял. Видимо, это просто статусная атака. А, его водой надо пить, не электричеством. А, у нее 3 бомбы всего. Вот так вот. Нормально. Ох.
2000. Мощнее бьет, кстати. А, по 2000 наносит. Правда, они еще к тьме уязвимы. Насколько я понял. Да. 25% полностью урона тьмы. Как массово успел, кстати, неплохо. В принципе, имеет место на жизнь. Ну и с катертью дорога. Одиноко лежащий ключ. Извиняюсь. В итоге главный дамагер электричеством, я сдох. Ну, на какой смысл-то? Усиленным спелом бить. Если она и так с двух. Только усиленного спела еще кулдаун.
Смотрите, на самом деле можно от слэша дать 50%. От стопа. А у него от стопа, да, значит, слэш на ком-то висит. Хотя бы не будет этими рубящими заклинаниями бить по почте. Чё-то я уже забыл, где тут дверь. Мне странно, зеркало убило, а этот парень остался. Неплохо, алмазик получил. Сплошные раритеты. Интересно, она успеет это сделать или нет? Нет. Надо было на следующем ходу использовать его. Ну ладно. Ё-моё, отражает лазер мечом. Это же не Beam Saber, ёб. Чё ты в самом деле? Ха. Ты чё, что за хрень?
Понятно. Это какие-то странные противники. Без эвейда, несмотря на то, что это кошки. Странно. Походу они чисто саппорт, потому что они в принципе очень слабенькие. Опасности никак не представляют. Ну, могут саппорт кидать. Я не понял, что это за бред был. Как он умудрился еще те, кто сзади стоит, ударить. Что-то один глаз, а столько от него проблем.
враги какими-то внезапно живучими стали.
забавно, почему чувак в заднем слоте помер. А, его ремили удалил, что ли? Хотя нет. А, там, видимо, обычный был. Типа супер эксперт. Ну ладно. Да нет смысла бить. Марис скажет, 4 бомбы это вообще не вариант. Две бомбы не получу, и тот бомб тоже нет. Тот, например, последний. Смотрите, как только я за резист от слэша поставил, так они перестали слэшом задний слот убить. Ну и правильно. Thank you.
Плохо, что Сане не успевает этот под... Как его? Под Даргига Флэр. Каст прокидывать, иначе я мог бы его на первом же ходу использовать. Вот, кстати, ответвление есть, которое очень трудно найти. Ведь у них есть ящики. Больше статуса. Не понял. Причем первый удар нанес урон, а второй нет. Загадка. А, тьфу, точно, я же электричеством могу бить по дефолту. А я туплю, выбирая элемент, там какой получше. Хотя пофиг, какой получше. Я же могу электричество бить. Интересно, поскольку Мариса ходит практически раньше всех, может, и имеет смысл щит какой-то дать, интересно. Она же после атаки должна блокировать урон. У меня только автор барьера на ремельке. Она не может средний большой щит носить. А, наоборот, я ей дал от земли, потому что оно электричество, оно имеет. Все понятно. Ну, в принципе, да. Просто надо пробежать. Thank you.
А, да, точно, еще я. Интересно, это кто сделал? Скорее всего, вот этот парень. Ну ладно, Dark of Fire применит, ничего понятно. Хорошая штука. Почти гарантированно 4-5 тысяч урона у любого противника наносит. Кстати, очень быстро это делает. Что хорошо. Вот этого я еще не видел с топором. Щит у двуручного оружия должен срабатывать, если персонаж успевает походить. Насколько я знаю. Пока у него атака заряжается, он типа не работает. Забавно. Меня выкинул назад. Все трубы назад ведут. Замечательно. А, вот это вот дает бомба. Ну, эту ветку, конечно, сложно прокачивать. А, и вот тут вот одна бомба. То есть, по сути, она еще плюс 3 бомбы может получить. Вот это слишком хорошо. Смотри, сходит Бурас. Дефенс как-то странно. Физикал резистанс. Энеми стаб резистанс. Вообще непонятно. И она такой маленький урон наносит по тем роботам. По идее, она минус один вообще все резисты. Ее родное оружие еще минус один протыкающий. Но меньше 100% она не должна пускать. Но на деле получается как-то странно. То есть да. У него, во-первых, 500 брони, а протыкание она должна 100% наносить. Хотя, по идее, да, она одинаково практически урона наносит вот этим. Хотя в этом 50, значит, работает. Корректно. Но на самом деле тут 99, поэтому я что-то одно смогу еще вкачать. И то не до конца. Потому что эти две ветки, они слишком хорошие. Еще
еще и равно. Ну да, тут уже 75 получается. Да. Dark Reflect. Ну, ради бомб тут очень мало хп прибавляет, МП тоже только ради Dark Reflect. Но хотя одну бомбу я тут все равно могу получить. Вот так вот. А дальше вот идти вот эту качать. До резиста. Так, вот как-то. Так, по-моему, я не туда зашел. Или туда. Странно. Это я уже забыл. Не, ну точно не сюда. Хотя что там внизу, что-то не развело. А, тупик. Как-то странно. Извиняюсь. Лес, конечно, запутанный, когда не туда сворачиваешь внезапно. Вот это они, конечно, клево сделали для тех, кто особо нет, не запоминает, куда он шел. Что ты в любую трубу попадаешь, а тебя назад выкидывают. Блин, а где тут проход? Там нет прохода. Блин, бред, вот возвращай туда, обратно. Вот сюда, по-моему, да. В правую трубу. Надо запомнить. Все-таки придется и чистить, потому что дальше оказывается. Не танш, господи. Вот эта локация оказалась длиннее, чем я думал. Я думаю, я сейчас внизу пробегу, и там уже выход будет. А вот хрен. Ох, что у меня там бомбы закончились. Этот момент не учел. А тут как каких-то таких сильных противников нет, с которых гарантированно бомбы падают. Отличное целеуказание.
Ну, еще Марица вряд ли его добьет, да. С него бомб не падает. На самом деле массовыми спелами, которые за бомбы, хорошо массовые пилы делать, а не дамажить всех. Потому что тогда высокий шанс, что бомба вернется потраченная. А, тут, кстати. Магию у меня нету, да? Печально. Вот и это. А, ну молодец. Сайленс поменял на... Ну да, как с ним плохо бомбы падают. Что-то вообще с них все плохо падает. Только с роботов нормально сталь валится. Может Марисе на это, на элементальную магию перейти, точнее на мистик. Да, скорее всего, надо на мистик прийти. Хотя, с другой стороны, если я робота встречу, мне его тупо некем убивать будет. Конечно, могу на Сатори понадеяться. Давайте так. Thank you.
Хотя вот это можно. Урон не особо больше стал. А, потому что это животное, понял. Да, в принципе, урон особо не поменялся по нему. Хороший разброс. Да, с бомбами тут вообще беда. А что там есть еще? А, импеко с бомб плюс один всего лишь. А тут и так это просто. Морис прям решает вообще без МП остаться. Начинает спамить.
Блин, они так клёво стоят, что я прям аж... прям не знаю. Сейчас Мариса отвалится. Только как-то долго под сосной пролезом висит. Сейчас с них ни бомбы, ни жизни не падают вообще ничего. Может, в этом прикол этой локации? Ну, идем неплохо. И когда ты уже получишь-то? Где там у тебя 999, где там это? А, PEX, 374, 480. Физический дэмэдж. Activation rate был бы получше. Можно я, кстати, сбросить один травму. Все равно у нее типа нету такой крышки. Сталь. Ну, стали у нас тут и так дофига падает. Аж статус особо не парят.
Глаз, конечно, в плане статуса был бы получше, но он импа не ворует. Минпластом дамажит неплохо. Кстати. Thank you.
Внезапно. Ни хрена себе, он там контратакует как. Что у них тут это? Какие-то жирные контратаки. Слэша атаками по площади и статусами. Прям вообще. А я думаю, что они так столько ходят-то? Это оказывается контратаки. Интересно, куда Ремильке такой хп дрейн? Он еще и смертью контратакует. Он, видимо, на магию смерти, а на физику он бьет физикой. Хотя нет. Странно. Видимо, на магию он смертью отвечает. Попытка поставить смерть, а на физику может, видимо, слэшом по площади убрать. Аж... где он? Элементальная магия. Смотри, у нас медленно ходит. Хотя да. Остались.
конечно, физику может блокировать, но зачастую физика еще элемент несет. Типа эти дертзиперы. Тут шанс активации такой не очень хороший. Она ходит быстро. Thank you.
По-моему, он вообще обнаглел. Столько раз контратаковать этим зиппером. Да, он тупо на контратак вытягивает. Сразу ударил, контратаку сделал. Кстати, железо и сталь неплохо набили. Ватершот. Фрешбут у меня только два. Ремильки сделать. Сейчас. Посмотрим, что мы еще можем сделать. Интересно. Может, там еще что-то разведывать и разведывать. Походу, они как бы в середину все. Видимо, Dragon Broom дали, чтобы если Кирисаны хотим, можно вот это использовать. Масло.
Лучше бы он усилил Лайтберса, так. Хотя она у нее только на одной спилкарте. Хотя Асгард, по-моему, самая точная, да. Хотя ладно, можно, кстати. В принципе, все равно ей особо нечего давать. И все равно мне надо будет делать. Да, деф, кстати, много прибавляет. Хотя в основном ей лучше вместо... Ну хотя ладно. На каунтерах пускай стоит, контратакует. Еще какой-нибудь армор мы можем сделать. Агатрес. Но на ремильке у меня нету. На всех остальных сделано уже. Я не знаю, буду ли я использовать вообще. А, НАСА, кстати, можно. А, НАСА у меня, наверное, нету, да. Тогда вообще пойдем посмотрим. Феникс Роба. Нету, ну и пока смысла нету, кстати. Это я взял. Не понимаю, что значит контр-рейд и физик страйкбэк. Потому что дефлект, по-моему, не от катаны идет. Отличная палка. Я же понимаю, переводчик все плохо там с японским. Могли бы хотя бы нормально так описание перевести там. Что делать? А то половину перевели, половину забыли, половину вообще. Да тоже physical strike back. Что значит physical strike back? А, может быть, это усиление ответного удара? Господи. Сейчас попробуем тогда пойти проще, что я ищу на английской вики. По идее, должна быть японская вики.
купол еще завис. Какой-то реки. Тут там по ачивкам так. На, видимо, Вик есть, но она почему-то валяется. Вообще печаль. Ну ладно, как-нибудь потом тогда в другой раз. Чуть ничего не могу найти. Мне кажется, все-таки это урон с физической контратаки. По логике. Потому что контррейд плюс 20, это и то получается. Так, раз там процент указан, то скорее всего. А, стоп. Я же могу попробовать на другое. Нет.
Есть только, блин, ачивки, ачивки, ачивки. Есть. Ну ладно. В общем, это для нас загадка останется, но я все-таки думаю, да. Golden Tray нету. Есть еще вот такие. Особо не нашла. Это забавная штука, если честно. Суппозитория у меня нету. Не знаю, довольно, кстати, какая-то странная. За, вроде это финальная броня, а отдает она как-то очень мало, если честно. Море робу можно, да, терморал, плюс стрела, плюс айк. Кстати, хакурея роба мне по-любому нужна будет. Потому что дает две бомбы. Что, пожалуй, я возьму. Сейчас посмотрим еще. Что? Что? Ну тут фигня полная, Magic Reflect, хотя дефа запредельно дает. Да, ну значит берем хп и робу. По итогу сделали. Заменили броню, наверное. Так. Сто пять, 11. Ну ладно, я, пожалуй, думаю, на сегодня стрим закончу. Продолжим завтра. Нам еще много чего разведать надо.